Внимание! Самое выгодное предложение только сегодняшнего дня. Это бутики Розетта. За 1299 рублей вы получаете стиль, комфорт, защиту здоровья и, конечно, еще и на несколько сезонов. Если часто вас беспокоит вопрос здоровья, у вас частый насморк или кашель, я считаю, что вопрос в правильной подборке обуви. Зима – это то время, когда, как никогда, мы должны с вами тщательно выбирать сезонные модели. 9 расцветок на выбор. Бордо, классический черный, темно-синий, светло-синий, классический черный с черной подошвой, серый, коричневый. Если вы та женщина, которая не боится и выбирает самую нарядную обувь, вы правы, потому что мы проделали эксперимент, и наши белые сапожки остались белыми. Еще один цвет – серый на черной подошве. Выбирайте свою расцветку, их 9, и размеры есть от 36 до 41. И самое внимание, главное, 1700 рублей – это не цена, это ваша экономия на сегодня, а цена, которую вы отдаете за свою красоту и здоровье, всего лишь 1299 рублей. Ну что ж, мои дорогие, я уверена, что с цветом вы разобрались. Мы еще вернемся в конце презентации и напомним вам все 9 цветов. Ну а пока выбираем размер. Очень здорово, если вы знаете не только свой размер, но и своих близких, потому что по такой цене сегодня наши дутики, я думаю, закончатся. Если у вас хорошая полнота до 9, берите размер в размер. На Татьяне 39-й темно-синий на контрастной белой подошве. Таня и носит 39-й. Виктория. На Виктории белый цвет, белоснежный. Снежная подошва, и мы их назвали дутики для Снегурочки. Вика носит размер 39 и выбирает 39. Слушай, Свет, ну вот размеры понятно, а если вот полнота большая, если взъем большой, как примерить тогда, как надеть на себя дутики? Я хочу сказать, что наши дутики умные. Да. То же самое, что касается одежды, где есть эластичные ленты, на наших дутиках все продумано. Обратите внимание на переднюю планку. Мы видим с вами сейчас клапан, который соединяет бортовые зоны. За счет клапана женщины, у кого сахарный диабет, я знаю таких женщин, они просто мучаются с выбором обуви. У меня знакомая сломала в прошлом году ногу, и она не выходила на улицу. Она надевала специальные галоши и обматывала их шерстяным шарфиком. Друзья мои, 21 век. Сегодня мы предлагаем вам прогуливаться, даже если вдруг у вас какие-то травмы. Уделите внимание своему здоровью. Наши дутики расположены и сделаны таким образом, что у них средняя высота. Это золотая середина между высокими и слишком короткими. То есть вы можете спокойно, легко, смело выбирать. Безопасная дистанционная покупка, 15 дней гарантии. И все это за 1299 рублей. Успеете дозвониться прямо сейчас и забрать и свое здоровье, и красоту, и те дутики, которые подстроятся под вас. Но знаешь, Свет, очень часто бывает, выходишь на улицу, и раз — и лужа, раз — и промочил ноги. Я однажды промочила ноги и проболела, потом две недели. Я когда начала нашу презентацию, Лена, главное, что я сказала, обращайте внимание, конечно же, на защиту. Смысл покупать обувь, если она не защитит вас от влаги или грязи. Ножки должны оставаться сухими. Два почти бидона я вылила на наши сапоги. Вы заметили, что я лью внутрь? Вы видите? Это клапан, в который я лью, и он покажет, как наши сапоги выдерживают влагу. Сейчас мне нужны белые салфетки, так, для того, чтобы я вытерла наши сапоги насухо. Я их вытираю. Конечно, мы должны убрать остатки влаги, чтобы показать вам, наши сапожки выдерживают натиск воды. Итак, мы сейчас вытираем насухо и проводим эксперимент, который докажет, что наша болонья, а состоит она из 3 слоев, выдерживает натиски воды. Кстати, вот моя рука внутри наших сапожек. Уберите, пожалуйста, у нас грязь. Сейчас ассистенты все уберут, и мы завершим с вами эксперимент. Вот я еще до сих пор протираю наши сапожки. И хочу сказать, что они действительно сухие. Давайте посмотрим сейчас и подведем итоги нашего эксперимента. Так, внимание, а вот ваши дутики, ваши ботинки, ваша сезонная обувь может выдержать грязь и воду и может оставить ваши ножки сухими? Сегодня мы все проверяем на ваших глазах. Итак, сейчас мы берем
бордовую салфетку, на которой будет все очевидно видно. Эта салфетка очень тонкая, я хочу вам ее показать. Вот она как промокашка, поэтому любая капля сразу будет видна. Мы вылили на наши сапоги 2 литра, 2 графина с водой. Сейчас мы проверяем. Если болонья впитала в себя влагу, то салфетка будет мокрой. Наша салфетка совершенно сухая. Обратите внимание, что именно эта часть, вот уголочек, я кладу сейчас на нашу обувь, и он совершенно сухой. Посмотрите, как будут защищены ваши ножки в дудиках Розетте. И это все по самой выгодной цене 1299 рублей. Но вот на самом деле, Свет, это потрясающе, когда обувь служит не только красивым нашим завершением образа, но еще и защитой нашей красоты и здоровья. Елена, это еще не все. Так. Когда мы делали эксперимент, я вылила пол нашего графина на зону закрепления. Давайте посмотрим сейчас еще на один момент. Итак, друзья мои, вот этот клапан, про который я сказала, он соединяет бортовые зоны застежки, и туда ушло много воды. Если болонья не защищает вас от влаги, то эта часть будет сейчас влажная. Итак, проводим эксперимент. Мы берем опять же салфетку, вы видите, что она сухая. Видите, я давлю сейчас, она совершенно сухая. Наш материал с внутренней стороны не пострадал. Ваши ножки тоже не пострадают. Только представьте, вы можете ходить по снегу, даже если вы провалитесь в сугроб. Кулиска и фиксатор защитят ваши ноги. Представьте то время, Лена, вот ты знаешь, когда я жила в Архангельске, сколько раз я болела из-за того, что ноги промокнут, пройдешь 10 метров, и все. У меня всегда была ангина, очень часто я лечилась, даже лежала в больнице. Но смотрите, куда сегодня зашла наука, технологии и, конечно, наши модельеры-конструкторы, которые делают не только наши ножки красивыми, но и защищают наше здоровье, заботятся о нас. Выбирайте дутики Розетте, это 100% защита вашего здоровья. И, конечно, это 100% ваш непревзойденный стиль. Давайте еще раз напомним 9 расцветок на выбор. Напомню, что это модель для мальчиков и девочек, чей размер до 41-го. Выбираем размер в размер. Дистанционно сделать легко заказ. Если у вас ножка отечная, полнота, возможно, какая-то проблема с хирургической точки зрения, возможно, какая-то травма, или у вас сахарный диабет, ножки отекают, очень сложно подобрать обувь. А важно, особенно диабетчикам, ножки должны быть сухими, никакой влажности, чтобы ранки затягивались. Мы предлагаем вам сегодня необычные дутики Розетте. Это тепло до минус 20. Болонья – это тот материал, который не пропускает холодный воздух. Тепло будет оставаться внутри. Это как сухая банька. Ножки будут сухими, потому что именно болонья защищает от влаги. Высокая подошва-танкетка защитит вас от холодной земли. Я предлагаю сегодня, 2018 год, встретить с новой походкой, с новым здоровьем и с новой красотой. Успейте дозвониться прямо сейчас и забирайте наше специальное предложение дня по подарочной цене. Обязательно положите дутики Розетте под елочку в качестве подарка вашим близким. 1299 рублей. Вот это да!